Привет, друзья! Продолжаем готовить блюда из кабачков, ведь у нас их много. Наконсервировали, раздали родным и соседям, и все равно еще остались. Предлагаю приготовить очень вкусные блинчики из кабачков. Блинчики получаются замечательные, очень нежные, с ароматом укропа и чеснока. Очень-очень-очень вкусные. Вы посмотрите, какая прелесть. Ой, как вкусно! Здесь у меня 500 граммов кабачка, вес уже без шкурки и семян. И я его натру на мелкой терке. Вот на такой. Перекладываю кабачок в мисочку вместе с отделившимся соком. Добавляю пакетик разрыхлителя, чайную ложку без горки соли, две дольки раздавленного чеснока и немножко мелкорезанного укропа, три яйца. Это я сейчас перемешаю. Насыпаю 300 граммов муки. И дам смеси постоять минут 20-30. Тесто постояло и стало более жидким. Теперь его можно разбавить молоком. Добавляю постепенно и смотрю за консистенцией. Очень жидкое тесто делать не надо. Ушло у меня 250 миллилитров молока, и можно уже сразу жарить блинчики. Хорошо разогретую сковородку смажу растительным маслом и сделаю средний огонь. Выкладываю тесто. И распределю его по сковороде. Блинчики жарю с двух сторон. На сковороде диаметром 28 сантиметров у меня получилось 12 блинчиков. Они получаются достаточно тоненькие, очень пластичные. И их вполне можно наполнить любой несладкой начинкой. А я их люблю просто со сметаной. Приятного аппетита!